تقوم بالشهداء عندنا اليوم الله يكرمك. Люди голодают, люди умрут, они убивают людей ради 5 килограммов муки. Ради Бога, посмотрите на нас, арабские и мусульманские народы, обратите внимание на нас. Посмотрите на этих бедных людей, детей, сирот, которые остались без родителей. Мой сын – мученик. Наше страдание в Газе невозможно описать. Голод, печаль, мученики, разрушения. Мы переходили из Зайтун в Шуджая, из Шуджая в Рималь, из Рималя в Тал-Аль-Хабар. Не осталось места в Газе, где бы мы ни были. Я была перемещена примерно в 15 мест. В каждом месте люди ранены, у людей оторваны конечности. У нас есть мученики. Куда нам идти? Не осталось места, куда можно было бы пойти. Все эти проблемы и вся эта смерть ради 5 килограммов муки. Мешок муки стоит до $1000 в Газе. $1000. Люди, услышьте нас.